Площадка перед центральным универмагом по улице Маширова накануне стала местом притяжения различных обучающих интерактивных площадок. Их объединяло одно – здесь говорили о безопасности. Единый день безопасности – это шанс в очередной раз акцентировать внимание обрещан на важность умений и навыков, поведения в чрезвычайных ситуациях, обучить тех, кто ранее не придавал значения данному вопросу, и напомнить о том, что в силах и возможностях каждого свести к минимуму трагические случаи, а знания, как известно, это сила. На территории всей республики, и в том числе в городе Бресте, проводятся профилактические мероприятия в рамках акции «Единый день безопасности». Это ежегодная акция, которая проводится в четверг, 4 недели сентября. Основными задачами и запланированным мероприятием в рамках этой акции являются это отработки, практические отработки плана эвакуации в учреждениях образования, здравоохранения, в иных организациях и ведомствах. Это встречи с трудовыми коллективами, круглые столы, проведение дополнительных и внеплановых инструктажей по вопросам безопасности. Аспекты безопасности актуальны всегда, и особенно, конечно, это перед наступлением осенне-зимнего периода, так как повышается количество используемого электрооборудования, начинается эксплуатация отопительных устройств и теплогенерирующих агрегатов, и в целом осложняются погодные условия. К сотрудникам МЧС присоединились службы организации города, которые готовы были поделиться важной информацией в области безопасности жизнедеятельности, освод и Красный Крест, милиция, БРСМ, департамент охраны и добровольное пожарное общество. День безопасности – это очень хороший формат, отличный формат мероприятия, потому что в нем задействованы все ведомства, которые обеспечивают безопасность наших граждан. Эти предприятия очень важны для горожан, так как они дают возможность на практике жителям нашего города попробовать, как пользоваться огнетушителем, как пользоваться самоспасателем, какие мероприятия проводить там в ходе эвакуации. Праздник был настолько масштабный, эмоциональный и разнообразный, что желающие могли не только поучаствовать в викторине на знания правил безопасности жизнедеятельности, но и примерить боевую одежду спасателя пожарного и водолаза, стать участниками квестов и многих других активностей. А показательные выступления сотрудника милиции со служебной собакой – это было просто классно. Гости с интересом и пользой провели время, пополнили багаж знаний в области безопасности. А подарки от организаторов мероприятия, яркие фотографии еще долго будут напоминать им об особой атмосфере, царившей в этот день, и о том, что безопасность – это важно. Тут очень интересно, и мне подарили подарки. Мне больше всего понравилось сидеть в полицейской машине. Безопасность – важная составляющая в жизни человека. Эксперты в области безопасности жизнедеятельности готовы направить и подсказать. Однако не стоит забывать, что наша безопасность находится в наших руках.